Я вам рассказываю о своих победах, неудачах, одним словом, о житье-бытие. И вот одно из самых последних прозрений, это было относительно осанки и здоровья. Я старался ходить, ну, прямо, держать осанку. Это я еще почувствовал со школьной скамьи. Где-то примерно я был в средних классах. Класса до 5 я, наверное, особо и не следил там за своей осанкой. Ходил там, как придется. А потом что-то вот меня надоумило. Что, ну, ага, надо что-то. Что-то это не то. Как-то ты ходишь, портфель там в правой руке носишь, надо его и в левой носить. Вот, и я стал следить за осанкой, и где-то что-то мне удалось. Вот, и вот, сейчас, значит, я обнаружил следующее. Вроде бы я и ходил ровненько, но оказалось недостаточно ровно для здоровья. И вот когда сделали МРТ, то в грудном отделе, кстати, вот он, грудной отдел, выяснилось, что из-за неправильной осанки межпозвоночные диски, которые смотрят внутрь, края внутрь, они, можно сказать, из-за неправильного положения стоптались и просели. То есть из-за неправильного положения позвоночника, как главные рессоры, они там именно вот не со стороны спины, а со стороны вот внутренности груди. Поняли? Вот я вам еще показываю на МРТ. Они тут приплюснулись, уменьшились, и начался такой незаметный, вот это вот слово, медленный, незаметный зажимчик вот этих вот нервных корешков, которые руководят сердцем, легкими там, ну и прочим. А я думаю, а что ж такое у меня тут вот? Пальцы немеют, особенно там по ночам. Сердце бухает. Угу. Как бы причины думаем, откуда это все. А это вот просто-напросто из-за того, что произошел износ межпозвонковых дисков грудного отдела из-за неправильного, правильно заметил, из-за неправильного положения, а именно осанки. Но для того, чтобы осанка была в грудном отделе нормальная, необходимо грудную клетку поднять. Для этого надо натянуть мышцы на спине. Положение кажется неудобным. И вначале, когда ты начинаешь осанку менять, оказывается, что вот надо скелетную мускулатуру, которая тут привыкла к одному положению твоей
осанки твоего позвоночника надо слегка переделать. Это неудобно. Кстати, когда поднимается грудная клетка, то втягивается и живот. Он втягивается, естественно, а не вперед. Расслабляется. То есть все натягивается, все становится так, как надо. И вот я этим делом занялся уже, я, наверное, около недельки слежу за своей осанкой. А когда следить? Во время прогулки. За ней, конечно, можно следить и во время сидения. Но в основном это все делается в положении стоя во время ходьбы. И вот сначала мне там в районе лопаток, чуть пониже, было неудобно. Вот эти мышцы, которые привыкли, уже привыкли к той осанке, они получили работу, они должны были напрягаться. А это, как правило, положение и работа, статическое напряжение, которое держит. То есть они должны переучиться, они должны натренироваться соответствующим образом. Это довольно-таки неудобно. Но тем не менее, вот я уже недельку походил. И что я чувствую? Я чувствую, что мне становится более удобно ходить. Я не чувствую, что там что-то у меня болит, как первоначально я все это дело начинал только. То есть это положение для меня становится более естественным. Сердце стало более-менее лучше себя чувствовать. А не менее рук практически прошло. Знаете как? Вот руки не имеют. Не имеют там пальцы. Там какой? Средний. Безымянный, бывает мизинец не имеет. В основном вот эти вот три пальца. На одной руке, на другой руке. Ты такое частенько бывало. А это вот перестало это быть. Такое вот. И таким образом вот. Вот такая простая вещь. Казалось бы, как правильная осанка позволяет поддерживать наше здоровье. Если этим пренебрегать, возникают какие-то непонятные расстройства, и мы это связываем со всем чем угодно, но только не с правильным положением нашего позвоночника. А вот если вот посмотреть, что там иннервируется от позвоночника. Вот рисуночек такой, он у меня перед глазами стоит. То здесь ясно видно, что практически все внутренние органы так или иначе управляются через позвоночный столб за счет нервов. И как только начинается идти нервный импульс, так или иначе слабеет из-за того, что там что-то там сдавливается или еще какая-то там причина, все это начинает проявляться. Особенно вот смотрите, когда, я так понимаю, у человека растет горб, вот этот седьмой позвонок, вот этот вот холк прет в эту сторону, это говорит о том, что там начинается происходить более-менее те или иные зажимы нервов с соответствующими последствиями. И поэтому вот стройность и красота, гармония, когда мы смотрим на человека,
Вот и видим его, значит, струйную осанку, подтянутость, пропорции правильное тело. Уже это косвенно говорит о здоровье этого человека. Чего я и стараюсь достигать и поддерживать. Вот это интересное наблюдение. Оно не ново, это наблюдение, далеко не ново. Но вот каждый человек как-то для себя его только раз открывает по новой. И еще вот если сравнить осанку человека, правильное расположение костей скелета с автомобилем. Вот я был немножко удивлен тем, что вот у меня машина, и если сход-развал сделан неправильно, буквально-таки неделя вторая, не надо там месяц, неделя вторая, и колесо начинает снашиваться из-за того, что вот сход-развал сделан неправильно. Машина начинает съедать резину с той или иной стороны, что ведет, естественно, к тому, что надо все это менять, то есть к лишним затратам. Таким. А сделал сход-развал. О, все, побежала. Вот и мы, можно сказать, наша вот эта вот биомеханика, она должна быть правильной. Если у нас все правильно расположено, а это зависит в первую очередь от осанки, то у нас нету какого-то ненормального износа в суставах. Нету перенапряжения в мышцах, которые держат неправильную осанку, неправильную позу. У нас даже нету, вот я вот убедился с позиции внутренних органов, у нас нету опускания внутренних органов. Потому что это происходит не от дряблости, хотя и это имеет место быть. А сколько из-за неправильной осанки, которая позволяет создаться этой дряблости. В результате у нас вываливается неестественно живот, и за ним тянутся внутренние органы. А так только хоп, все подтянулось, все становится на свои места, и организм начинает работать. Казалось бы, просто-напросто от правильного расположения костей, позвонков, мышц позвоночных дисков, он начинает работать так, как надо. Естественно, здорово и приятно. Ну и когда смотришь на человека со стороны, с правильной осанкой, то невольно начинаешь любоваться. Наше время. Это довольно-таки большая редкость. Такая правильная осанка, знаете, вот. Чтоб все было, человек не стеснялся. Вот об этом я вам хотел рассказать. Век живи, век учись на своих ошибках. Пытаясь их анализировать, понимать, исправлять и двигаться дальше. Ну что, здоровья вам. А я пойду дальше совершенствовать свою осанку. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также
увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов.